Чуть позже уже в Кремле Владимир Путин принял президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Он находится в нашей стране с рабочим визитом, который приурочен к 10-й годовщине признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Несмотря на все сложности, а сложностей всегда много, республика развивается. Мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить и безопасность республики Южная Осетия, поддержать экономически. И хотел бы отметить, что растет товарооборот, причем хорошими темпами, по 24-25%. Осуществляются инвестиционные проекты, в том числе в рамках известной поддержки со стороны России. В общем, работа идет, республика укрепляет свое положение. После признания Республики Южная Осетия, народ Южной Осетии начал жить в другом абсолютном формате. В формате стабильности, мира и процветания. Сегодня дети Южной Осетии не вздрагивают от взрывов снарядов. Сегодня идет развитие республики, введение десятки тысяч квадратных метров площадей социальной сферы, развивается инфраструктура Республики Южная Осетия. И все это, конечно же, благодаря Российской Федерации, за что вам огромное спасибо. Затем к главам России и Южной Осетии присоединился президент Абхазии Руль Хаджимба. За рабочим ланчем лидеры также обсуждали международное взаимодействие.